1957 год. Год рождения культового мюзикла «Вестсайдская история». Главные герои – современная Ромео и Джульетта. Действие происходит в Нью-Йорке середины 50-х годов и рассказывает о столкновении двух уличных банд – «Ракеты», «Джетс», «Потомки белых эмигрантов» и «Акулы», «Шаркс», «Пуэрториканцы». Бывший участник «Ракет» Тони влюблен в Марию, сестру Бернардо, лидера Акул. Дальнейшее известно всем, кто знаком с шекспировской трагедией. Верстай для меня это все, это симфо-джаз, это джазовая музыка, это как в музыкантах личности, так в танцовщиках личности. Бернстайн – это была моей мечтой всю жизнь, и вот она, вот не знаю, как мы с Владимиром Борисовичем Ландо соединились, не знаю, это судьба, но я был счастлив, да. 13 лет я учился в Америке, это и Нью-Йорк, и Чикаго несколько раз, и Лос-Анджелес, и Баффало, и Феникс, Аризона, и так далее. Вот там я учился джазу, вот. И вот сейчас мы выдаем такой продукт, не адаптированный под Российскую Федерацию, не адаптированный, а вот именно американский джаз. Все исполнители английский язык, хороший английский язык. Say it's so.
Бернстайн – одна из самых ярких фигур 20 века. Это и ярчайший пианист, и дирижер, и, конечно, композитор, без творчества которого музыка 20 века была бы другой и, наверное, неполной. Кроме того, он выходец из потомков царской России. Мне казалось, что это интересная такая связка, потому что, конечно, на каком-то уровне из семьи идут темы, мотивы и так далее и тому подобное. Человек, блестяще знакомый с творчеством русских композиторов, и недаром одна из основных тем лирических этого интересного мюзикла заимствована им из третьего фортепианного концерта Чайковского. There is place for us. Вот на эти слова как раз идет вот эта самая тема, чтобы люди не гадали, объяснил. Я просто думаю, что это тот мюзикл, который апеллирует ко всем слоям населения, ко всем возрастам, поскольку это история Ромео и Джульетты, перенесенная в 20 век. Мария, пожалуйста, тише. Мои родители могут проснуться. Спустись на минутку. Минуты будет недостаточно. Тогда на часок. Я не могу. Тогда навсегда. Ладно, сам залезу. Что ты наделал? Я уже поднялся, Мария. Это опасно, если Бернардо узнает. Мы ему скажем. Я не из их компании, Мария. Да, но ты не из наших, а я не из ваших. Для меня ты самая красивая. Only you, you're the only thing I see forever. In my eyes, in my thoughts, and in everything I do, nothing else but you, ever. Hey, there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Tony, Tony. Художник Лена Грасс не просто театральный художник, она еще и модельер, который сама изготавливает очень многие костюмы, поэтому здесь, мне кажется, очень хороший тандем Терешкин Грасс. В этом спектакле она сделала эскизы на каждого героя. Даже если это массовая сцена, и это не главные герои Тони и Мария, а выходит женская половина, мужская половина, это просто массовка. Но там в массовке можно заметить в каждой юбочке, в каждом костюме определенные детали, которые характерны только этому танцовщику.
восторге от всего. Балет Дерюшкина – это непревзойденный, ну, оркестр наш симфонический тоже в своей роли. Я в восторге. Я второй раз схожу, прихожу. Сначала было «Сотворение мира», вот наши танцевали «Свободники» и симфонически играл. И вот сегодня. Поэтому, ну, праздник, большой праздник. Прекрасный сплав. Я считаю, может быть, вот именно в этом месте, да, и просто мне это очень нравится.